На конкурс дети читают стихи для лабиринта.ру. Алиса Королева, 8 лет. Рождественская елка, рождественская елка, какая высота! Рождественская елка, какая красота! Развешанные игрушки, фонарики, хлопушки, цветная мишура. А где-то там на елке среди игрушек звонких есть домик расписной. Тот домик непростой, над ним горит фонарь и золотистый шар, как полная луна. Снежинок крой кружится, на крыше снег серебрится, а из трубы тихонько дымок седой клубится. Заглянем-ка в окошко, прищурив глаз немножко, и видим у камина знакомый старичок, а перед ним большой мешок, а в нем гора игрушек, матрешек, погремушек, машинок, кукол, клюшек, футбольные мячи. И старичок считает, подарки подбирает, да песенки поет. Над письмами под лампой склонился снеговик. Он служит почтальоном, к работе он привык. Сам письма доставляет, затем их слух читает. А старичок ребятам на письма отвечает. Вовсю кипит работа, приятные заботы, ведь скоро Рождество. В камине жар искрится, как сказочная птица. Уж за полночь встану, а утром на рассвете под елку заглянув, найдут подарки дети, ручонками сплеснув.